Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что, начинаем, как всегда, с того, что забираем наши награды за дополнительные задания. Так, принять участие в ПВПшке. Так, еду. Вот насчет еды-то как раз все отлично. А мы с тобой забрали же хавчик? Забрали. Так, теперь надо преувеличить. Так, собрать 25 тысяч еды. Я что, не добрал, что ли, получается? Как все запущено. Ладно, что у нас тут? Ангелозавр. Так, поместить. Подожди, я не понял, у меня... Чего? Как это у меня не было ангелозавра? Вы издеваетесь, что ли? У меня не было анкилозавра. Вот это новости. Так, Тодзи. Так, у нас тут, ребята, эволюция. Ну, отлично. Ну что, мы прокачиваем с вами Тодзи до 40 уровня. Ну, а дальше, я думаю, ты прекрасно знаешь, что будет. Тодзи и Нундазух скрещиваем. А их будет красота, ребята. Новый гибрид у нас с вами появится. Сколько ждать надо будет? 4 часа. Ладно, ради гибрида 4 часа подождать это стоит. Оно того стоит. Так, что у нас тут еще с тобой есть? А, у нас же расширение территории дали, по-моему, бесплатное. Че я про него забыл? Почему я его в тот раз не активировал? Ничего себе бесплатное, ну ладно. 607 тысяч монет — это фигня для нас. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас по схваткам. События. Схватка редких, обычный. Так, налет. Тут чисто птерозавры. Птерозавры и минимум один модов. Минимум один мод. Так, птеродактиль 11 уровня. Плюс тапиелозавр и орнитохейрус. То есть, если я, к примеру, буду... Блин, у них моды такие стоят мощные. Я ведь могу вот так вот делать. Ну, честно говоря, это уже, ну, как обманка идет. Моды. Какие у нас есть с тобой моды? Давай посмотрим. Да ё-моё, ты куда убрался-то? Сейчас, подожди секундочку. А вообще стоит мне проходить это? Может быть, нам схватку редких поиграть для начала? Значит, здесь Лимносцелис. Против него мы возьмем Колобуринга. Можно, в принципе, взять, да? Можно? Можно. Ну, я, наверное, сделаю Трицератопса. Блин, Эргвенлуня возьму и Бронитозавра. Я думаю, это будет оптимальный вариантик здесь подраться. Так, у нас 70 урона идет, и я, наверное, буду... Я возьму бонус. Все-таки возьму бонус. Так, смотрим. Лимносцелис атакует. Все-таки он не удержался от соблазна и, естественно, меня бомбит. Раз, два. Берем защиту. Так, посмотрим, что на этот раз он будет делать. Решил опять атаковать. Ну все, на этот раз ему крышка. 228 здоровья. Так, сколько нам нужно? Раз, два, три. Этого будет достаточно. И возьмем с тобой одну защиту и одну очко действий. Поехали. Лимносцелис отдыхает. Выходит тот зенгозавр. Интересно, ушатает? Ушатает. Все, я тебя понял. Ну, а дальше, ребята, дело за Гуанлунь. Естественно. Сколько там нам нужно? 220. Сделаем так. И вот так. Все, он тут ничего не сделал. И пикалини...
Тьфу ты, уже заговориться стал. Пикаливим. Тоже, ребята, ничего не сделали. Тем более со своими 37 атаками. Он даже ничего не стал делать. Все, кранты. Накося. Отлично. Ну что, друзья мои, первая победушка за нами. Нужно еще две. Две победы выиграть, и тогда мы получим с тобой... Тут, по-моему, не пак, тут уже будет рулетка. Но главное, что мы еще и ДНК здесь зарабатываем. А ДНК нам очень сильно нужны. Так. Коллаборинг. Майонгазавр плюс Диплокаус. Значит, здесь берем Аргентинозавра, Лимноселиса и... Коллаборинга я, наверное, возьму. Хотя я в нем почему-то здесь не уверен. Нужен ли он вообще здесь, этот коллаборинг? Так, если я бомбану, Майонгазавр меня потом не уничтожит случайно? Да-да, я его побаиваюсь. Именно Майонгазавра 40 уровня. Он его берет. Блин, 129 атаки. Ой-ой-ой. Так, Лимноселис, выходи. Возьмем с тобой бонус. Так, ну он сейчас будет менять на коллаборинга. 100% тебе говорю. Атаковать будет? Атаковать не стал. Так, берем с тобой тоже коллаборинга. Но все очки, что у нас будут, сливаем в бонусы. Ну что, смотрим, что он будет делать. Он ничегошеньки абсолютно не стал делать. Тогда мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Окей. Смотрим. Сколько он будет тратить? Меняет. Он меняет, он берет Майонгазавра специально, да? Ладно. Майонгазавра мы в любом случае сейчас ушатаем. Нет, не получится, ребят. Не хватит. Не хватит нам его уничтожить. Так же, как и ему нас не хватит. Но он меняет, он берет Диплокауса. Ну, Диплокауса тут надо только лишь коллаборингом уничтожать. Но я сделаю его так. Я беру дополнительные очки действия. У него 7. Он сейчас потратится. Все слил, парнишка. Абсолютно все слил. И это хорошо, ребят. Почему? Ну, сейчас поймешь. Все свои очки, которые он копил, слил. Так, 279 у него. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой, как же так-то? Вот это я просто волосился чуть-чуть. И это мне боком выйдет, да? Это, ребята, мне боком выйдет сейчас. Так, живем еще. Лимноселис, выходи. Раз, два, три. Там будет коллаборинг. Вот так сделаем. Так, коллаборинг выходит. 120 у него к атаке. Сколько у него там очков действий-то? 5? 5, да? Сколько он потратит из этого всего своего арсенала? Все тратит. Блин, он все потратил. Ну что, друзья мои, тут... Тут только одно. Удар. Так. И... Все в защиту. Других вариантов и быть не может. Уж 106 хп мы ему как-нибудь вырубим, да? Отлично. Даже если он взял 3 очка действия на защиту. А он 100% их, наверное, взял. Сейчас проверим. Все, им крышка. Фух.
Так, отличный такой бой. Знаешь, не то, что обычно там за 3 секунды разбирается, а здесь надо было подумать, как лучше сделать. Тем более у него было тактическое превосходство передо мной. Но я его все равно наказал. Так, еще 2 поединка нам нужно отыграть. 2. Блин, а динозавров-то у нас все мало, мало и мало. Если я возьму алангозавра, лимносцелис здесь противный. Ладно, возьмем так. Блин, майонгозавра здесь брать, ну, нет смысла вообще, ребята. Вот так, наверное, сделаем с тобой. Только чуть-чуть по-другому. Возьмем вначале аланочку, потом гацу, а уже на дорожку возьмем алангозавра. А вот как дальше нам быть, пока ума даже не приложу. Так, ну что, берем бонус или как тут лучше сделать-то? Наверное, бонус в любом случае, ребята, он ушатает меня, даже если я поставлю защиту. Но он ничего не стал делать. И это круто. И это круто. Я тоже пока ничего не буду делать, потому что это бесполезно. Ты гляди-ка, ничего не делает. А ну-ка. Раз-два. Раз-два, раз. Ты гляди, а. 2 блока поставил все-таки, а. Что он будет делать, меняться или нет? Угу. Нашел дурачка, что ли, я не пойму. Что он делает? Так, прекрасно. Прекрасно, раскрылся. 5 очков, да, он слил? 5. У него было 6. Одно дополнительное очко он себе оставил. Раз, два. Раз, два, три. Вот так вот. Значит, все-таки он взял себе, да, на майонгозавра. Ой, на лимносцелиса. 5. Сколько он потратит? Да ладно. Нисколько? Ну что, рискнем, друзья мои? Пробить. Поехали. Рискованно, но... ребята. Вот это круто. Так, у него 7 очков действий. Потратит он 2. Как минимум. 5 он оставляет себе, да? На запасочку 5. Восемьдесят атаки у него. Я не знаю, ребята, поставит ли он себе 4 защиты. Нет, все, кранты тебе, парень. Ух. А вот если бы он поставил 4 защиты, конечно бы я его не пробил бы. Ну и он бы меня не уничтожил, скорее всего. Так, ребят, ладно. Нам нужен еще один поединок, но мы его в любом случае не сможем отыграть, потому что неким. Надо ждать, когда откаты произойдут. Птерозавры. Вот это вот меня еще очень интересно затрагивает. Птерозавры на лед. Хорошо, давай сделаем так. Вот против этого как-то надо, не знаю. Сделаем так, так. И, наверное, вот так. Тут есть подражание, есть шипы. А шипы у нас что там делают? Когда, так, существо такое-то, оно носит в ответ 50 урона. А боевой дух... так, увеличит запас УЗ всех союзных на 100 и показать... Так, о! Вот, тихо, тихо, вот здесь не надо. Ты вернись.
Инстинкт убийцы, клон. Клон что там делает нам? Копирует показатели атаки и здоровья противника. Это нам невыгодно. Живучесть. При получении смертельного урона существо выживает и сохраняет 1 ОЗ. А токсин? Так, наносит 50 урона. Это понятно. А вот что у него-то там висит? После нанесения урона существо в течение 3 ходов наносит 40% урона от атаки. Слушай, у нас же есть где-то блокировать. Вот, по-моему, да? Заряд адреналина, если не ошибаюсь. Нет, это не то. Где-то мы можем с тобой блокировать путы. Не дает команде противника проводить замену. Это опять не то. Может быть, вот это вот? Вот, отключает мод вражеского существа. Да что ты... Ставим вот сюда. Так, да, вот это вот мы сделаем. Сюда мы поставим живучесть. Точно живучесть? Нет. Боевой дух, да, по-моему? Сейчас почитаем. Да, боевой дух хочу поставить сюда. А что вот это такое? Увеличит урон на 15%. Мы поставим с тобой, наверное, шипы. Ох, друзья мои, будет интересно посмотреть на этот поединок. Фух. Так, заблокируем, да, мы ему? Чик, зачеркнули. Так, боевой дух. Кровожадность. Единство. Так, битва, он ходит первым. Нет, не он ходит первым. Так, я, наверное, возьму бонус. Смотрим. Смотри-ка, атакует. Ты. В наглую причем пошел, а? Без угрызения совести. Так, мы ему сейчас шлепнем. Плюс возьмем бонус, да? Пошел отсюда. Тапиелозавр. 672 к атаке. Зачеркнули. Да ты посмотри, что творит, а? Жучара. Что-то у нас как-то мало атаки, если честно. Блин, все сливать приходится, ё-моё. Так, 473. Накажет, ребята, накажет. Ну что, теперь давай смотреть. Ух, раз, два, три, четыре. Сколько мы ему врежем сейчас? Оу, готов, холодец. Так, ребята, вот это, конечно, было красиво. Так, сколько нам еще нужно? 2 поединка выиграть или 1? По-моему, еще 2, да? Еще 2. Угу. Так. Птерокецаль, ё-моё. Ух. Дмитрий Фортон. Что это за мод? Отключает мод вражеского существа. Блин, ну чтобы туда идти продолжать драться, ребят, нам нужно... Тропиогоптера, если я, например, возьму. Плюс птеродактиля. И ведь все равно не хватает у меня, да? Они мало бьют. Этот, конечно, вообще, ребята, бьет ужасно. 948, это... Я, наверное, туда не пойду пока.
Ага. Слушай-ка, мы же с тобой тогда одним деплотатором прошли здесь, да? Все. А если еще разочек попробовать? Давай-ка я рискну. Уж больно мне хочется здесь их наказать, этих всех тираннозавров и тому подобное. Бонус. Сразу берем бонус. Немножко не так сделал, надо было поменять. Надо было поменять. Вот так мы с тобой сделаем. Раз, два. Угу. Ушатывать будет или нет, как думаешь? Будет. Грохнул моего тропиогоптера, к сожалению. Так, раз, два, три, четыре. И защиту. Проверка. Нет, нет, не пробьет. Не пробьет. Фух. Ну что, будем его ушатывать? Угу. И возьмем, конечно же, бонусы. Поехали. Минус. Голубчик. Выходит следующий тираннозавр. Сколько он будет сливать? Одну атаку. Ничего не стал делать. А я рискну, ребята. Я рискну. Видишь, взял 4 защиты себе. Давай, давай, родной, бомби его. Так, и выходит тираннозавр. 612 атаки, неплохо. Так, он потратил одно, у него остается 3 очка действий в кармане. Сколько у нас... О-о-о. Рискнуть или не рискнуть, ребят? Я риск... Нет. Давай сделаем с тобой вот так вот. Ага, все-таки хорошо, что я не стал его атаковать. Все-таки хорошо, друзья, что я не стал его атаковать. Ему крышка. Ему кранты. Угу. Вжариваем. Солидно. Эх, конечно, хотелось бы мне еще выиграть одну победу с этими тираннозаврами. А там, наверное, еще будут они мощнее. Потому что с каждой волной они сильнее, сильнее, сильнее становились. Сейчас мы посмотрим, сколько у них там. Опять же, да, они? Ну да, только тут уже 2 тираннозавра. Почему обычный тираннозавр мощнее, чем вот этот вот, мода 2? Непонятно. Были бы деньги, я бы еще бы прямо вот с лету сыграл. Сколько это событие будет длиться еще? Давай посмотрим по времени. Ух, один день, 19 часов. Да я еще успею поиграть в него, ребят. Правда, награда вот вшивенькая, если честно. Так, ну что, можно нам пойти продолжить дрожь земли. Так, Лига Охотников, схватка. Кем, правда, тут играть, я даже не знаю. Ну что, возьмем, наверное, для начала Метрия Кантозавра. О, нет, 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 нет. Возьмем, наверное, вот этого Ютирануса, Диплотатора и Птернодона. Сейчас глянем, кто против нас тут будет выступать. Ох, ёк-макарёк. Особенно самый первый. Акрокантозавр. Меняем, что ли, или как? Я поменял. А у него все равно нет выбора. Ему придется атаковать. Блин, да что ж такое-то? Ладно. Давай так сделаем. Я его буду раскручивать, ребята, на очки. На ОД. На очки действий.
Вот уже и раскрутил. Так не очень, конечно, хорошо раскрутил я его, если честно. Ну что, поехали. Раз, два, три, четыре. Да, ему крышка. Так, ну этот хлыщ мне не страшен, по-моему, да? 165, ну как не страшен? 165, если он постарается, он меня вырубит. Если он все сольет, всю атаку. Так он и поступает. Ну что, нам остается сделать две атаки. Раз, два. И вот так. Гуляй, Вася. Тираннозавр. 71. Ну, здесь я уже спокоен абсолютно, ребят. Здесь я абсолютно спокоен. Он думает, что он отсидится, да? Да не тут-то было, парень. Не получится у тебя отсидеться. Все, гудбай. Кстати, надо посмотреть, смогу ли я еще взять, заказать дефлотатора. Я хочу сделать себе два млекопитающих, чтобы этих были водные. Одного мне недостаточно. Так, нас поздравляют, куда мы там перемещаемся с тобой? Ага, сюда. А вчера, ребята, серия у меня не получилась. Я вчера записывал, но она не записалась. Вчера бы ты видел бы, как я тут бустовал на этой арене. Было, конечно, прикольно. Так, ну что у нас там? Подожди, битву мы еще успеем сделать. Давай-ка мы, наверное, здесь посмотрим, кого там. Ну что ты, шитик ты мой дорогой, что тебе не имется-то, а? Ну, что опять не так? Опять колбаски? Ой, колбаски. Опять травки тебе не дали? Колбаски? Кто о чем, о Рэе колбаски думает? Да. Ну, сегодня на втором канале поиграем, ребята. Но это будет, конечно, уже вечером, а видосик, наверное, выйдет уже завтра. В Юрский парк эволюцию, вторую часть. Идеальная поимка. Спасибо. Так, с вашего позволения, заберем здесь наградушку. Блин, с едой, конечно, как-то вообще не в тему получилось. Так, все задания выполнены. О как. Мне бы, конечно, хотелось бы Джаггернаута открыть, но 16 тысяч копим, копим. Стараемся, ребят, накопить эти 16 тысяч ДНК. Кстати, подожди-ка секундочку, у нас же тут... А, эволюция идет. Здесь... Слушай, а с кем мы его хотели скрещивать? Подожди, это не скалозавр, это одно, а здесь анкилозавр. Анкилозавр у нас скрещивается. Диплодока мы с тобой делали. Вот почему у нас нету анкилозавра. Я и думаю, что-то бред какой-то. Как-то у нас нету анкилозавра. Есть, просто он занят. Так, я хотел что посмотреть. Я хотел посмотреть наших гибридов. А именно 4000 он стоит. Я закажу, ребята. Диплодокатор мне нужен. Вот он нужен мне как раз против этих всех хищников. Против тираннозавров и прочей ерунды. За кем тут мы охотимся? А, ну этого я, наверное, попробую сам поймать. Ого, какая полоска-то, вы чё? Красная полоска, что-то слишком уж... Эй! А чё так быстро-то? Ать, сбился, блин, сбился. Какая скорость, вы чё? Да идите вы в пень, блин, с такой скоростью. Я его не поймаю, короче, ребят. Слишком быстро как-то тут все идет. Угу. Блин, не хватит. К сожалению, не успею.
Убежал, убежал, друзья мои. Ну что же, придется его теперь, блин, ловить нашей супер-пупер командой. Да куда ты лезешь-то? Шитик ты. Нам нужны с тобой простенькие какие-нибудь. Че, вообще все виды сбежали? Вообще все, ребят, сбежали от меня. Пускай его ловят. Так, ну а мы продолжаем. О чем продолжаем? Мы продолжаем с тобой за главный приз драться. Ну, пытаться. Так, ну что, ты сам видел прекрасно, что там у нас выходило. Поэтому давай возьмем, наверное, Сфенокрадона плюс Эниозавра и, наверное, какого-нибудь. А летунчик-то у меня... А, нет, есть. Есть, птеродактиль. Смотрим, кто нам тут достанется. Ну давай, 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 родной мой. Да чтоб тебя, метеоринг, блин, попадает как раз под моего хищника. Ну, блин, придется менять. Если первым буду ходить, придется менять, ребят. И менять нам надо вот на кого. Вот так. Пускай теперь что хочет, то и делает. Атакуй меня, пожалуйста, атакуй. Атакуй птичку. Крокодильчика, атакуй птичку, я тебе говорю. Атакует. О, какой послушный. Так, ребят, ну мы с вами две атаки, ему крышка. Так, следующий кто там у нас? Велосираптор мод 2. Ох ты. Может вырубить. Ой-ой-ой, если он вырубит. Этот, да, этот мне тут не поможет. Ну, раз он не поможет, будем с тобой делать тогда. Ха, бонусные очки. И Сфенокрадон, надеюсь, все-таки прорвет. Прорвет эту оборону. Так, он потратил 3, да? А, 2. 2 удара он сделал. 2 удара он сделал, значит. Раз, два, три, 4. Раджазавр — это фигня, да? Нам, в принципе, он не страшен. Все. И Раджазавр. 114 к атаке. Хм, если он все сольет, сможет он победить? Да вот, а в таком случае тебе крышка, парень. Был у тебя шанс, да упустил ты его, роднулька. Так что получай по полной программе. Чётенько. Да, прекрасно. Так, ну что, у нас, в принципе, еще есть на один поединок. Это я только в охотниках. Я вчера был в этих, в самой высшей лиге успел добраться. Ну, правда, там звезделина получал, будь здоров. Опа, $10. Спасибо. Ну что там опять? Ну что там опять, а? Кто на этот раз? О, ну иди разберись. Запарит он меня там. Так, на чем я остановился? На событиях, да? Схватка. Последний, наверное, у нас поединок здесь будет сейчас. Так, возьмем. Раз, два и три. Ну, здесь, конечно, на победу рассчитывать не совсем уверен, что мы сможем здесь победить. Вообще не уверен. Ну, посмотрим. Кто там против нас будет сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой. О, друзья мои, я одного летающего, а у него два. Две рептилии. Две рептилии плюс гибрид. Не, тут все, тут кранты. Тут кранташечки, ребят.
И 25 уровень, ты прикинь. Если бы у меня были бы такие бриллиантовые 25 и 24 уровней, то есть он их может спокойно до 30 прокачать. Так, что не играть-то? У меня вот десяточки, как ты видишь. Всего лишь десяточки. Не, ребят, ну тут это бесполезно. И ты же понимаешь, что это все фигня полная. Вот такие вот ребята мне вчера доставались на лиге, в самой высшей лиге. Где там, сколько там? 5% от всех. Но бустанул я неплохо. Ладно, тут проигрываем. Я даже ничего не успеваю сделать просто. Тут еще, даже если бы мы этого забомбили, все равно бы нас вот эти бы уничтожили. Но если бы были бы летающие у нас, понимаешь, да? Если бы были бы летающие, то победа бы здесь была 100% за нами. Взять того же самого Тиранодона и Тропиогоптера. Все, мы бы тут их разорвали бы в хлам. Кстати, Тропиогоптера нужно тоже нам качать. Но там, по-моему, очень дорогие ДНК. Очень дорогие на него. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Завтра попробуем. Ну, во-первых, нам нужно доделать ежедневки. Кстати, подожди-ка секундочку, ежедневки. У нас тут схватка 47 уровня. А, мне же играть неким. Вот, будет повод. Фига, пастазу, как выглядит такой злобный. Завтра как раз пройдем с тобой вот это вот, уровень схватки. Плюс попробуем на событии вот это вот все отыграть. А насчет налета не знаю, но схватку чемпионов можно пройти вместе со схваткой редких. Это можно будет провернуть. Так что есть резон нам завтра с тобой пораньше зайти в игру и немножечко здесь поиграть. Так, эти у нас... Давай-ка... А, все равно мне не хватает, да? Никого увезти не смогу. Ну и заодно завтра у нас будет новый гибрид. Нундагозавр. Кстати, знаешь, что я понял-то, что мы ошибку какую сделать с тобой? У нас задание-то это так и будет висеть вечность. Хотя, смотри-ка, 11 динозавров есть. Нужно еще 4. Ладно. Будем стремиться есть, по крайней мере, к чему. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.